ребятки, в общем, беда у меня случилась. Начал снимать тягу вот эту. В предыдущем видео говорил, что нужно обварить вот здесь вот это яблоко. Короче, доглядел, что шпилька как-то подозрительно торчит вверх. И вот что получилось, что обнаружил. Короче, лопнула она вообще нахер. Кусок остался внутри. Вот. Резьбе. Пиздец. Короче. Блядь, выкручивай. Здесь тоже. Ну, здесь и здесь более-менее еще. Вот эти. Короче, вообще не знаю, что делать. В общем, скорее всего, завтра буду ехать покупать мечики и пробовать перерезать резьбу. Что из этого получится, вообще не знаю. В общем, здесь пробовал высверлить, ну, короче, просверлил наскось практически. Там уже в краю там где-то миллиметр какой-то остался, его просто пробил. Ты взял гвоздем, ударил, пробил. Короче, проблема состоит в том, что еще я когда последний раз собирал, в общем, разбирал трактор, коробку мост сделал, вот эти все болты садил на резьбовой герметик. В общем, очень туго как-то он выкручивается, что неудивительно. В общем, ребятки, что еще сделал? Поставил два аккумулятора, выварил вот такой рамочку, кусочек приварил, здесь поставил, покрасил. Все, два аккумулятора, сила. Заводится вообще, бюм, полточка. Только к стартеру, и он уже работает. Все отлично. Вот это, конечно, проблема с навеской. Но завтра будем пробовать его как-то решать. Поеду, наверное, в Кривой Рог, поищу. Я проконсультировался, в общем, с токарем, хорошим токарем. Он сказал, я померил штангелем, получается, болты вот эти, вот они, шпильки тут. У меня две шпильки и два болта было. Они, получается, на 20. Перерезать резьбу нужно на 22, то есть первый и второй номер мечика, получается, 22 должен быть. Ну, куплю там, если найду, конечно, и 22-х, и 18-х, и 20-х. В общем, хозяйстве пригодятся. Ну, если найду. Ну, как бы там спросил одного. Говорю, где можно. Говорит, ну, там-то. В общем, завтра, если поеду в Кривой Рог покупать вот эти все дела. Так что, друзья, обращайте внимание на это. Не упускайте. Вот видите, я упустил, и теперь вот такая вот проблема получается у меня. Я не знаю, я такой склоняюсь. Сейчас возьму штангель, померяю вместо направляющих, взять резьбу здесь нарезать, вот в этих отверстиях, и тоже захерячить туда болты. Что вы по этому поводу думаете, ребятки? Прошу ваших комментариев, совета. Может, у кого было подобное, поделитесь опытом, буду благодарен. Кто как эту проблему поборол. Ну, вот такие вот дела, друзья. Весна пришла. Работаем. В общем, два аккумулятора мне вообще нравятся. Силище. Полточка завелся. Залил воду.
Что кто там за меня переживает, не переживайте, без воды я не езжу. Нигде ничего не капает, не течет, вообще отличненько все держит. Трактор уже поработал, я немножко поездил. Так что, друзья, вот так вот. Ну, в общем, комментируйте. У кого есть какие-то соображения по этому поводу, еще раз говорю. Вот навеска. Проблема. Как высверлить, достать оттуда вот этот кусок сломанной шпильки и нарезать новую резьбу. Ну, такие вот дела, друзья. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.